Так, приехали в Кабардинку. Первое посещение — Кастальская купель. Здесь должно быть красиво. Это форелевое хозяйство, ресторан. Бродим здесь. Потом уже идем дальше. Тут какие-то съемки, тут что-то происходит. Какие-то киношники. Что-то здесь сегодня снимают опять. Вчера в Геленджике снимали. Сегодня здесь. Опять какая-то съемочная группа. Вполне возможно. Короче, снимают какое-то кино. А может, мы как массовка поучаствуем? Короче, попали мы немножко не вовремя. Здесь идет съемка фильма, поэтому не получается у нас пройти, пофотографироваться там, где хотели. Не знаю, дождемся или нет. Сейчас бы мы уже все отсняли и ушли на старый город. Теперь, не знаю, дождемся, не дождемся. В общем, название фильма я не скажу. Но, может быть, в интернете потом посмотрим. Непросто. Это пилот 7. Давайте, будем снимать.